Мы отомстим! Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Что ты делаешь? Тихо. Замешан дьявол. Это все проклятые Даны. Гнусные убийцы. Пусть платит Вергельд за тех, чьи тела сейчас на полях. Образумся. К чему Данам убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот!
Вот идет мерзкий Дан. Спросим у него. Я не трогал твой скот. Эти саксы готовы биться за своих до конца. Весьма достойно. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, аббатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной причине? Да, чтобы узреть плод трудов дьявола. Но какое дело Данам до участи селян саксов? Если здесь бродит бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню упадет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. Посмотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал? Можно начать с коровьих туш. Эй, отчего сдохла корова? От рук Данов. Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хродгара. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. Я слышал, что рядом заметили зверя. Большого им. Вы смелые, раз вас это зрелище не пугает. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, Йотун. Высотой из дерева. И он смеялся, когда рвал тела на части. Прорычал свое имя, Грендель. Это был Йотун. Я видела его на торфяннике, большого и мохнатого. Их не бывает. Ты видела дьявола, который вел души в ад? Кровь свежая. Куда ведет след? Боги. Какой зверь мог забросить туда бедное животное? Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью, хотя раны свежие. Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то Хродгара. Скот убили Данны? Кто бы это ни был, убийца хватило сил забросить тушу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени Грендель. Может, это дело рук пьяных Данов. А может, это ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. Вульфхильда, я опросил всех, кого мог, и осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендель. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь.
Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? Верно. Этому объяснения нет. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных, убитых также, нашли в лесу к северо-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще следы. Где-то у тех деревьев впереди. Ты чуешь? Оттуда пахнет злом и гибелью. Да, этот запах мне знаком. Падали смерть. Смрад Локи. Запах крови привлек голодных волков. Волки тебя не ранили? Нет, я цела. Спасибо. Я в тебе ошибалась. Ничего, расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. И что, нашла? Нет, но тут так... Ты уверена, что это его оружие? Да, он... Значит, я поговорю... Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет. Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я отведу тебя к ним. Их вожак, Хродгар, славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. У тебя любопытный взгляд на мир, Вульфхильда. И очень мало предубеждений. Так и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище, но не ты. Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестия для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, лишь терпит. Ведь Люцифер — обманщик. А пути Господни неисповедимы, так что я изучаю все возможности. И земные, и сверхъестественные. И миришься с присутствием язычника? Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Ну! Эйвор, что-то не так.
Люди Хротгара любят пошуметь, а тут слишком тихо. Держись позади. Давай я все тут проверю. Люди Хротгара, они были добры ко мне. Осторожно, Ульфхильда, вдруг убийца еще здесь. Их вожак, Хротгар, его нет среди убитых. Я его найду. Смотри, и тут плесень. Та же, что на тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце. Эйвор, еще кровь. Кто-то забрался на галерею или затащил туда тело. Здесь те же следы. Укусы, да и раны нанесены не оружием. Такому демону под силу убить столько умелых воинов. Назад, не подходи. Я еще не сдался. Ты ведь Хротгар? Вожак этих воинов? Да, из Фима. У меня дурные... Чудовищ... Слома... Кто это был? Ясно. Нет, мы... Лети с крылатым... Нет, Дрэнк... Лучше спрятаться, чтобы не спугнуть демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Отдыхай, воин. Я стану на страже и помолюсь. Хильда, замри, там что-то есть.